Здравствуйте, добро пожаловать на Ахмат-арену в город Грозный. Прекрасная погода в этот понедельник в Грозном. Солнечный день, ну и судя по развивающимся стягам, красно-желтым легкий ветерок здесь в Грозном, где Алания Владикавказская принимает КАМАЗ из набережных Челнов. Ну, посмотрим. Было предположение, что могут сыграть в три центральных также футболисты из набережных Челнов. Ну, пока вроде бы 4 в линии. Играет челнинская команда. С мячом камазовцы. Это Даниил Родин. Грузит штрафную площадь. Момент для удара. Удар! И здесь в нижний угол летел мяч. Александр Гаглоев, между прочим, бил по воротам. Осетин Александр Гаглоев. Решили разыграть владикавказцы. Вот такой оригинальный розыгрыш и, наверное, дальний удар. И вот рикошет в пользу Алании. 1-0. Владикавказская Алания выходит вперед. Вот так вот завершается этот розыгрыш. Весьма оригинальный владикавказской команды. Решился Алан Сараев на удар со сверху дальней дистанции. Ну и здесь уже неудачно подставил голову Артем Гюрджан, который таким образом переправил мяч в собственные ворота. В атаке Машуков. Неточный пас. Обидное пенальти. Обидный пенальти приводит себе КАМАЗ. Просто по мячу не попадает Руслан Аюкин. Попадает он по ноге Царукяна. В общем-то, смотревшись, ну, очень неплохо, прямо скажем, в первом тайме. И классно выполняет этот удар Машуков. Играет по вратарю. Выдерживает небольшую паузу и отправляет мяч в сетку ворот КАМАЗа. 2-0. Очень комфортное преимущество Алании. Крайне обидный пенальти. Гаглоев делает передачу на Романа Мануйлова. Того уже накрывает Валерий Царукян. И надо делать передачу. И вот так вот выход 1-1. Практически удар выше ворот. И какой шанс упускает владикавказская Алания, а конкретно Батрас Гурциев, для того, чтобы сделать счет крупным. Не было положения вне игры у Батраса Гурциева. Гаглоев подошвой по мини-футбольному покатил. Какая классная работа с мячом у Гаглоева. И в штангу мяч попадает после удара Александра. Так, кого-то еще я пропустил. Ну, во-первых, Руслан Аюкин уходит. Сейчас разберемся, сейчас посмотрим за атаку владикавказской Алании. Удар, и это было очень опасно, бил поворотом Заур Тарба. Разбегают все-таки 5 игроков, и удар поворотом все-таки нанесли челнинцы. Боно фортуна, как говорят итальянцы, но сегодня пока не фартит камазовцам, а вот здесь классный сейв. Артур Анисимов. Мяча, естественно, Александр Гаглоев. Навес, удар, и рядом со штангой мяч пролетает. Валентин Пальцев перевисел всех, пробил по воротам. Кто же будет бить в итоге? Удар выше ворот. Удар будет или нет? Нет, будет подбор. Вот кавказская Алании, которая одерживает победу со счетом 2-0. Цараев, 22-я минута. На 33-й минуте Машуков точно исполнил 11-метровый. Ну что ж, смотрите MLBet Первую Лигу на Матч ТВ. С вами был Игорь Катманов. Всем пока!